который раз убеждает, что все гениальное, а в нашем случае невероятно вкусное, просто, а самое главное – быстро. Крылышки в духовке. Погнали! Нам понадобятся куриные плечики, мелко нарубленный чеснок, ваши любимые специи, я добавила свои, это куркума и хмели-сунели. И в обязательном порядке горчица и мед. Все это дело хорошенечко перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на 2 часа, желательно, конечно, на ночь. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Курочка замариновалась, я просто себе этого не простила бы, если бы этот вкуснейший маринад стекал на пустой противень, поэтому в качестве гарнира положила картошечку запекаться. Пока курочка запекается, этим временем приготовим обычный, но очень вкусный соус. Берем сметанку, горчицу, мелко нарубленный чеснок, маринованный огурчик и зеленый лук. И, конечно же, хорошенько перемешиваем. Тем временем наша курочка приготовилась. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Насчет вкуса, я думаю, даже и не стоит сомневаться. Если это выглядит красиво, то по вкусу это просто невероятно. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!